Друзья, всем привет! Перед началом ролика я хочу порекомендовать вам канал Эрнест Славинский Студио называется. Человек снимает про игры, ему нравится PUBG, если кого, ну, кто любит про игры, кого заинтересует, можете подписаться. Человек мечтает о 1000 подписчиков, ну, потому что для продвижения это очень, как бы, хорошо, когда у вас 1000 подписчиков, ролики все равно будут быстрее продвигаться. Так что, если кому интересно, заходите, ссылка будет в описании, подписывайтесь, если кому будет интересно. Друзья, всем привет! Сегодня приехали в Сытый Хубун, это находится на Восточном. Меня тоже подписчик один просил сюда съездить, мы здесь заказали позы, естественно. Ну, Сытый Хубун, это, наверное, бурятская кухня. Котлеты заказали, рис заказали, салат заказали один. То, что сейчас попробуем, посмотрим. Ну, когда здесь заходите, уже это как у позами пахнет, вкусно очень. Интерьер здесь тоже, деревянные стулья стоят. Ну, интерьер тоже хороший здесь. Ну, я думаю, что вот в таких отдаленных участках нашего города готовят вообще вкусно. Здесь, когда вы позы заказываете, надо их ждать, естественно, минут 20. Ну, долго, конечно, но мы будем ждать, посмотрим. Здесь можете банкетный, здесь банкетный зал есть, там люди устраивают банкеты. Вот, друзья, я себе заказал салат, вот такой вот салат. Выглядит уже нормально. Вот такое себе блюдо заказал. Котлеты, рис, гарнир. Ну, котлеты быстро уже у них были. Позы только вот здесь. Один кусочек хлеба. Вот так вот я заказал. Сейчас будем пробовать, смотреть. Выглядит уже хорошо. Вот, друзья, сейчас будем пробовать. Вот так вам вилки подают. И даже резервируют очень. Ножик дает, вилку ножик. Первым делом я хочу попробовать рис котлет. Рис нормально отварный. Котлета тоже нормальная. Друзья, я штатив сегодня с собой взял, бутир штатив здесь. Я пришел, меня сюда здесь сразу узнали. Узнали сразу, сказали, вы блогер. Я, кстати, ваши видео смотрели. Но у нас не только я кафе занимаюсь. Другие каналы здесь. Котлета вкусная, куриная. Гарнир, кстати, хороший подают. Рис хороший вообще. Огурцы, помидоры дают, вот смотрите. Все вкусно, нормально. Можете, если кто в центре живет, можете сюда тоже приезжать. Здесь, как бы, на таких отдаленных участках города всегда
вкусно будут готовить. Рис пропаренный реально, такая, прям каждая крупинка отделяется. И подлив вот это сочетается тоже, подлив хороший здесь. Не как обычно, да, вот подлив делают. Здесь он какой-то другой идет. Ну даже если прийти сюда, вот просто рис поесть с котлеткой. Уже нормально. Вот котлета мне понравилась, еще позже попробуем. Ну, здесь, если честно, люди немного отличаются, чем от центра. Так что вот это блюдо мне понравилось, рис котлеты. Можете с пюре заказать. Сейчас будем салат пробовать, потом позже. Мы как бы так это... Сначала рис попробовали, потом салат, потом тосты. Я вам скажу, стоит, не стоит. Что я не даю, я, конечно, с собой заберу. Ехать, конечно, сюда за меня пересадка не ехал. Но кафе хорошее. Интерьер здесь хороший, все здесь хорошее. Там банкетный зал есть. Там люди сидят уже, банкет у кого. А какие-то мероприятия, не знаю точно. Сейчас, друзья, будем салат пробовать. Салат выглядит нормально. Салат этот холодный. Ну, я думаю, все салаты холодные должны быть. Салат идет с мясом. Цены здесь реально дешевые. Вот я, получается, рис себе заказал, салат, позы, три штуки, аж прикиньте, три штуки я себе заказал, и вышло все вообще на 300 что-то с чем-то. Ну, то есть, по ценам я вам в конце расскажу про цены, хорошо? Потому что цены здесь реально дешевые. Здесь вы когда вот я шел сейчас по восточному, да, здесь как бы вообще как-то по-другому, не так как у нас в центре, где-то мы привыкли, видите, здесь вообще по-другому. Салат так выглядит. Салат есть горошек идет, мясо идет, листья салата, капуста, огурцы, майонез сверху. Салат тоже хороший. Но здесь, в принципе, все мне понравилось вообще. Лучше даже, чем в центре, наверное. Так что всем рекомендую. Сейчас будем ждать позы. Позже еще попробуем. Чай попьем. Чай я заказал с молоком и сахаром. Я почему-то, когда в любое кафе прихожу, меня уже все знают. Хотя просмотров не так много. У нас есть лондонский канал. Вместе с нами называется. Ну там просто семья снимает свою жизнь. Может кто смотрел. И у них канал вообще развивается очень быстро. И они вот недавно, ну года два может назад начали снимать. У них уже это, может год назад, я точно не знаю. У них уже там тысячами просмотров идут. У меня пока тысячами просмотров нету. Ну, я как бы хочу, да, если честно сказать, чтобы мне там по 1000 просмотров было, хотя бы там, например, по 1000, да, ну, чтобы хоть какие-то деньги, например, зарабатывать с YouTube, ходить по кафе, то есть, чтобы уже не свои деньги тратить, да, потому что свои деньги тратить неохота, потому что, ну, понимаете, это охота там, например, матери, да, отдавать, не будет же она меня кормить. Никто не обязан, матери ты все равно как бы должен деньги давать, потому что
Сейчас цены выросли, на продукты все дорого стало. И такие вот дела. И вот, может, в будущем, может быть, когда-нибудь, и вот, может, какую-то копейку буду с YouTube зарабатывать, чтобы это... Ну, вообще, моя цель какая на YouTube, чтобы в месяц хотя бы по $100 зарабатывать. Вот мне вот это будет вообще достаточно. $100 это уже 7 тысяч с чем-то. Ну, 7 тысяч рублей. Это уже как бы хорошо. Например, ты 7 тысяч с YouTube заработал, перевел на карточку, пошел кафе протестировал. 7 тысяч, я думаю, на месяц, если каждый день даже кафе ходить тестировать, это уже хватит. Пока я не знаю, получится мне это добиться или нет. Ну, не получится, ничего страшного. Вот сейчас еще попробуем котлет. Людям, знаете, что нравится смотреть, когда ты там свою семью снимаешь, какие-то действия, там жизнь вообще всю свою бесконечно снимаешь, например, с утра до вечера. Вон там девушки красивые, сейчас мы их. Ну, здесь, когда я шел, здесь правда девушек красивых очень много. Вот, друзья, нам бузы принесли, когда вам приносят бузы, вот такие вам дают горчицу. Вот так вам подают горчицу и соевый соус. У тебя дома сходились? Бузы здесь реально большие, как будто как позы. Они называются там бузы, но, наверное, это как позы. И наш вкус тоже нормальный. Вот, возьмите. Да. Так то я много есть не могу, потому что не знаю, что-то мне желудок не держит, но позы здесь хорошие, бузы. Бузы здесь большие, сочные, огромные просто. Так что можете приходить сюда, если кому понравилось кафе, интерьер. Все, я наелся, потому что я рис котлеты еще съел. Вот, я больше не хочу, я с собой возьму домой, дома поем. Вот, друзья, я, видите, не хочу просто, и сейчас просто показал вам, вот так выглядит здесь бузы. Горчицу дают, соевый соус. Вот такой салат заказал. А рис, котлеты бы тоже много, мало поел, потому что я сегодня не хочу. Может, сюда приходить кушать. Я вам цены сейчас расскажу, сколько они стоят, все это. Так что кафе мне понравилось, оно хорошее, действительно. Здесь вообще все сытно, вкусно. Сейчас я чай попью и поеду домой. Чай с сахаром, с молоком заказал себе. Так что, если кому понравился небольшой такой обзор, пишите. Всем пока. Друзья, здесь еще вечернее меню. Здесь Прага с колбасой есть. 120 грамм, 70 рублей. Мясо с говядиной, 150 рублей, 70 рублей. Оливье с колбасой вареной, 150 грамм, 60 рублей. Витамины с капустой, огурцами. Салат есть 150 грамм, 70 рублей. Летние помидоры, огурцы, 150 грамм, 70 рублей. Винегрет есть, 60 рублей. Греческий классический салат, 95 рублей стоит. Морской с кальмарами, 90. Сельдь под шубой, 85. Мясной с черносливами и говядиной, 70 рублей. Люмьер с курицей и ананасами, 100 рублей. Дамский каприз, 100 рублей. Прелесть со свеклой, грецкий орех, чернослив стоит 55 рублей. Вот, то есть цены здесь, сам видите, они дешево, 55 даже есть рублей, 45 даже есть. Борщ с говядиной есть. 130 вроде бы рублей стоит. Ну, короче, здесь цены очень дешевые. 35 даже есть. Так что всем, кому понравилось, пишите. Всем пока.